Здравствуйте. Спасибо. Вы проголосовали. Глава города проголосовал на избирательном участке номер 255. Он отметил, что в Барнауле совместно с избирательными комиссиями администрация краевой столицы постаралась создать максимально комфортные условия для того, чтобы каждый горожанин мог выполнить свой гражданский долг. Кроме того, мэр подчеркнул, что с 15 по 17 марта в Барнауле проходило еще одно важное голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Алтайский край и столица во всероссийском голосовании за объекты благоустройства принимали участие уже в четвертый раз. Для этого в городе работали специальные пункты. Волонтеры на местах рассказывали о каждой территории, которая есть в списке, и помогали проголосовать за понравившийся объект. Всего в перечне 37 пространств. Объект-победитель ждет комплексное преобразование в следующем году. Напомним, в этом, по итогам голосования прошлого года, будут благоустраивать парк имени Ленина в индустриальном районе. Елена Макаренко, «День с толком».